Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Избавиться от нехватки сил и усталости. В сегодняшнем видео вы все узнаете. В осенний и зимний период многие люди испытывают нехватку энергии. Становится тяжелее просыпаться по утрам. Быстрее устают, замедляются жизненные процессы. И многие сталкиваются с таким психологическим состоянием, как осенняя хандра. Пониженное настроение, апатия и снижение мотивации чаще всего носят временный характер и проходят самостоятельно без какой-либо поддержки. Но так как состояние несет значительное влияние на наше общее самочувствие, дела и жизнь в целом, то можно облегчить его с помощью одного старинного рецепта магии. Перед этим ритуалом нужно купить упаковку лаврового листа. Известно, что это растение издавна олицетворяло мощную силу, власть, победу и вечность жизни. Лавр активно использовали в ритуалах при лечении удачи и для помощи в решении многих вопросов. Купите лавр в утреннее время сразу после пробуждения. Купите лавр. Далее, в утреннее время сразу после пробуждения налейте стакан в воду. Возьмите несколько листочков лавра и напишите на каждом то, от чего хотите избавиться. Слабость, усталость, плохое настроение, лень, сонливость, скука. Раскрошите лавровые листья со словами в стакан мелкими-мелкими кусочками. Далее слейте эту воду в унитаз, либо в землю на улице. Когда будете выливать, скажите: «Уноси скорее вода, то, что мучило меня. Пусть останутся муки извне, да прибудут силы ко мне». Говорим один раз. Выливая воду с раскрошенным лавром, делайте это с полной уверенностью в том, что все делаете правильно. Мысленно представляя, как из вашего тела уходит слабость, ломота, бессилие. Все, что отрицательно влияет на ваше состояние. Далее, после такого ритуала, вы почувствуете прилив бодрости и сможете заниматься любыми делами.